утро на телеканале «Россия» продолжают вести Чуваши. В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре среда, 16 августа. На достройку школы в микрорайоне Коновалова Мариинского Посада из резервного фонда Кабмина Чувашии выделили дополнительные 12 миллионов рублей. Деньги будут направлены на техприсоединение учебного заведения к электросетям. Документ опубликован на портале республиканских органов власти. Напомню, на прошлой неделе на достройку образовательного учреждения из резервного фонда уже выделяли 86 миллионов рублей. Всего же стоимость контракта составляет более 300 миллионов рублей. По плану сдать объект должны были к 1 августа, а 1 сентября за парты должны сесть 375 учеников. Кстати, следить за ходом строительства можно в онлайн-режиме по ссылке, которую вы сейчас видите на экране. Читают пока по слогам, но с большим интересом. Студенты Шри-Ланки осваивают русский язык. А помогает им в этом преподаватели Центра изучения русского языка и культуры, действующего в Чувашском педуниверситете. Изучать буквы русского алфавита и звуки студенты Университета народной медицины Шри-Ланки начали в середине июля. Занятия посещают 160 человек, и они продлятся до конца августа. Ланкийцы, успешно сдавшие экзамен, получат сертификаты об окончании курса. Отмечу, что педагоги ЧГПУ выстроили образовательную программу таким образом, чтобы иностранцам было проще осваивать русский язык. А делать это в данном конкретном случае весьма непросто. В этом азиатском государстве практически никто не владеет русским. Добавлю также, что проект Центра изучения русского языка и культуры существует уже не один год. Ранее он был апробирован в Киргизии и Узбекистане. И вот теперь педагоги добрались и до Шри-Ланки. Наши сотрудники центра Александра Валерьевна Никитина, Марина Ивановна Журина, Марина Сергеевна Максимычева сейчас находятся с рабочим визитом в острове Шри-Ланка. Они работают, там обучают студентов, ланкийцев русскому языку и культуре. Мы видим их успехи, они уже читают по-русски, составляют небольшие диалоги. Это для нас большой успех. В регионе определили 5 самых креативных названий для нового хмелеуборочного комбайна. Напомню, идею дать имя спецтехники предложила наша телерадиокомпания во время интервью с главой республики. Жители на призыв откликнулись и активно накидывали свои предложения в телеграм-канале Олега Николаева. Всего пришло свыше 6 десятков вариантов. Из них выбрали топ-5 – Иван, Миель, Айдак, Хмельмаш и Шмель. Теперь предстоит из пятерки выбрать лучшее название. Проголосовать можно на портале «Народный контроль» до завтра. Итоги опроса подведут во время деловой части фестиваля «Зеленое золото России». Сам же тестовый запуск комбайна, который к тому времени уже обзаведется именем, пройдет в конце августа во время уборки хмеля. Сегодня назовут имя победителя конкурса «Лучший водитель такси в России». В соревнованиях принимают участие таксисты из 32 регионов страны. Сегодня в полдень участники представят свой регион в творческом конкурсе. Затем им предстоит побороться друг с другом на групповом этапе спринт-слалома. Те, кто преодолеет испытание успешно, выйдут в плей-офф, ну а затем и до финала недалеко. Там и станет понятно, кому достанется звание лучшего таксиста страны. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».